Вооруженные силы Украины продолжают подлые обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики. Бьют киевские силовики дальнобойной артиллерии, поставляемой Украине Соединенными Штатами Америки. В результате очередных преступных действий нацистов полностью уничтожен продовольственный склад, а также склад строительных материалов в Стаханове. Однако не все американские ракеты достигли назначенной цели. Множество боеприпасов угодили в жилой сектор города. Десятки стахановчан в прямом смысле слова остались без крыши над головой. Готовые поражающие элементы, управляемые ракеты от РСЗО М-142 «Хаймарс». Был ад, кромешный ад. Стрельба продолжалась и продолжалась. Мы посидели с мамой в погребе до 8 утра. В 8 утра нас вывело ополчение с Божьей помощью. У нас окна повылетали, у нас крыша в коридоре упала, ворота вывернула на гараже, просто открыла. Забора нету тоже. У соседей дома нету вообще. Просто нету дома. Его нету. Сгорел. Просто дотла. Вот и все.